Так, ребята, мы пришли в Мармарисе на Гранд Базар. Сейчас мы вам его покажем, смотрим. Такая вот надпись. Гранд Базар – это крытая улица между группой зданий. Мы здесь первый раз, поэтому какие тут цены и стоит ли именно здесь покупать, я не скажу. В принципе, как и везде в Турции, можно торговаться и купить что-то выгоднее всего именно в этом месте. А может быть, выгоднее около вашего отеля. Пойдем прямо. Туда тоже улочка ушла, такая длинная. Да. Здесь хорошо шопится, когда холодно, непогода, если вы приехали не в сезон. Давай до конца дойдем. Здесь есть пух, здесь есть все от сладостей, радости и прочих шмоток. Вот дальше идем. Тут на самом деле несколько крытых улиц, и всех их обойти, это надо несколько кругов нарезать. Мы так обзорно снимем для вас. Ну, в общем, здесь магазинов полно, конкуренция, наверное, очень большая. Я думаю, есть смысл тариться здесь. Мы сюда обязательно заглянем еще раз. Пока мы не за покупками, а на разведку вышли. Не надо, где это желтое. Ну тогда не надо. Ты уже. Давай чемодан, друг. В общем, здесь есть модные вещи, даже драгоценности. Вот, роликсы. Да, тут люди ездят на великах, на мотиках, не стесняются. Но, честно говоря, тут можно даже, наверное, заблудиться. А мы идем на выход, ребята. Короче, здесь можно бродить еще, наверное, просто ходить. Много-много времени. Но мы свою задачу выполнили, видео обзорчик Гранд Базара для вас сняли. Я могу кратенько сказать, что Мармарис — это крутое место, очень крутое, оно удивляет, особенно когда приезжаешь из холодной серой родины России. Такое шикарное теплое место, а во дворе октябрь. У нас плюс 7, а здесь плюс 27. Ну что, ребята, мы выходим из Гранд Базара. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал и ставим лайки.